Твери предприниматели региона учат искусству наставничества. Образовательная программа стартовала на этой неделе в центре «Мой бизнес». Участие в ней принимают бизнесмены Верхневолжья, которые знают, что такое создание и ведение своего дела, и готовы делиться этим опытом с другими. Ольга Цыба – предприниматель с многолетним стажем. Кажется, о том, как вести свое дело, Ольга знает все. Впрочем, этими знаниями и опытом девушка готова делиться и с другими. С недавних пор Ольга Цыба в команде наставников Центра «Мой бизнес» Тверской области. Помогает начинающим бизнесменам справиться с трудностями, возникающими на старте карьеры. Для меня это, видимо, определенный уровень моего личностного роста, когда ты не только себе употребляешь в себя, но еще умеешь это транслировать. Потому что, опять же, когда ты транслируешь, ты подаешь это через призму своего опыта и умеешь формулировать. Как сказал Эйнштейн, если ты умеешь объяснить сложную вещь простыми словами, да, только тогда ты ее понял. Чтобы быть полезной в качестве наставника еще больше, Ольга решила пройти обучающий курс в центре «Мой бизнес». Предприниматели Верхневолжья учат быть так называемыми трекерами – людьми, которые помогают начинающим предпринимателям быстрее и с меньшими потерями достигать поставленных целей. Мы работаем с бизнесом. Наш ключевой заказчик – это владелец продукта, владелец бизнеса, владелец продуктовой команды, который стремится вырасти или сделать свой бизнес более устойчивым, управляемым. Для этого есть определенная методика, которую мы сегодня изучаем. Сегодня в центре «Мой бизнес» 26 наставников и 12 экспертов. Наставники будут вести своих учеников пошагово, разбирая все возникающие вопросы. И при необходимости экспертной консультации в сфере маркетинга, управления персоналом, юридического сопровождения бизнеса будут направлять своих подопечных к соответствующим специалистам. И это лучшие специалисты в нашем регионе, руководящие крупным бизнесом, отмечают в центре «Мой бизнес». Само по себе наставничество, трекинг проектов – это тоже искусство, это тоже определенная методология, и поэтому мы наших наставников сейчас обучаем, как правильно, с наименьшими трудозатратами, с наименьшей потерей времени, но при этом максимально эффективно направлять наших предпринимателей для достижения лучших результатов. Более подробную информацию об этой и других образовательных программах, организованных в центре «Мой бизнес», можно узнать на сайте центра или по адресу проспект Победы, 14.